Мы поздравляем наших ветеранов уже второй год в рамках проекта «От чистого сердца». В этом году мы планируем поздравить 240 ветеранов в течение 3 дней. То есть у нас волонтеры – это курсанты ВИП, красивые в парадной форме, и студенты других вологодских учебных заведений ездят по адресам. Каждому ветерану лично вручают подарки от наших партнеров, цветы, открытки. В этом году у нас замечательное новшество. Открытки для ветеранов делали вологодские малыши. Это воспитанники детских садов и начальных школ города Волга. Я думаю, что это будет очень трогательно. Вот сегодня у нас первый день, очень волнительно на самом деле, но мы очень сильно готовились, думаю, что все должно пройти хорошо. Сегодня у нас 69 адресов и 80 ветеранов, которые нас ждут, мы всех обзвонили, всех предупредили, то есть вот готовы начать. В прошлом году мы также 3 дня поздравляли ветеранов, это были 230 человек, которые проживали в Вологде. Также мы, кроме того, что ходили в гости к ветеранам, нам удалось попасть в военный госпиталь, как раз многие из них в это время проходили лечение, там где-то около 50 ветеранов мы также поздравили. Подарки – это продуктовые наборы от гипермаркета «Лента», то есть это наши партнеры, они предоставили более 200 наборов. Это наборы бытовой химии от компании «Десяточка», это домашние аптечки от аптеки «Ригла», также книги от депутата Госдумы Вячеслава Пазгалева, календари, открытки, то есть все, что нам наши партнеры предоставили, все мы дарим ветеранам.